Ребят, всем привет! Я не знаю, слышно меня, нет? Ветер нереальный. Приехали на рыбалку половить судака. Я не знаю, что нас понесло. Я уже в Таниной куртке, видите? Потому что она реально спасает. Ту курточку, которую я взял, в ней нереально холодно. Короче, приехали с лодкой на двух Нивах. Первая Нива, вторая Нива. Лодка, мотор. Я надеюсь, меня слышно. Будем сейчас ловить малька, пытаться поймать малька, чтобы поймать судака. Все, начинаем рыбалочку, погнали. Судак судаком, а расставиться на сазанчика никто не отменял. Поставлю пару, тройку даже, наверное, жмыховочек. Тем более, видите, сколько здесь чешуи разной. Надеюсь, что-нибудь, может быть, и клюнет. Ну так, дежурные жмыховки. Коряга. Сюда может выходить сазан. Будем надеяться, что что-нибудь клюнет. Ну и все. Да, в такой холод мы сазана не ловили еще. Хотя нет, ловили в 17 году. Аж самому смешно в такую холодину на сазана жмыховки ставить. Ну а вдруг? Отчаянные рыболовы мы, ребят. Погнали малька попробуем поймать. Да не попробуем, а мы должны его поймать. Потому что иначе никак. Без малька у нас рыбалки не будет. У берега здесь нету, будем искать сейчас затонах. Да, вот такой вот у нас мотор тут, значит. Что, Жек, давай палку. Ребят, сын Салабин Рахат Хуму. И просто у нас есть живец. Гляньте, какой классный живчик. Вот эти вот мини-забанчики. Где они? Во-во-во-во. Вот это вот. Вот что нужно судаку на самом деле. Сейчас будем пытаться на него ловить судака здесь. Он просто обязан клюнуть. Все, погнали за удочками. Мы не думали, что так быстро получится поймать малька. Мы думали, это будет просто геморрой для нас. А так оказалось все, что очень быстро клюнуло. Ловили? Да не, не ловили даже. Ловить же нельзя такую рыбу. Мы ее купили здесь, местный приезжал, продал нам. Чуть-чуть удочек, просто так, трохи для себа, палок, чтобы их расставить, еду с собой берем. Короче, сейчас переправляемся на тот берег, будем с того берега ловить. Работать.
Наконец-таки. На малька донки. Что-то было, какие-то две потяжки. Ну ладно, сейчас проверим. Что-то было, да? Видел, Жень? Непонятно. Ну ладно, лучше проверим. А, есть. Есть что-то. Ну, мелкое. Мелкое, но есть. Мелкое, но есть. Очень мелко. Непонятно, что. Ага. Хрен его, а что. Вот что. Только что были удары. Ну прям, ну глянь. Ну да, тут клюнул. Все ее пожрало. Угу. Видишь, всю бочину. Судак начал подходить, надо перезабрасывать, короче. Короче, ребят, просидели мы уже часов 5 на косе. Клёва нету. Чё-то Женёк побежал к колокольчику. Походу колокольчик льёт. А вот теперь вот это поднимаешь, да? И теперь поднимаешь эту штуку. И он теперь малек без воды. Видишь, как бывает. Блин, ну я второй раз ловил на верхоплавку. Вот на такую верхоплавку. А, это красноперочка. Ну ладно. Пускай будет красноперочка. Я вот так насаживал. Ребята там в комментариях посмотрели, написали, кто за жопу, кто за губу насаживает. Но я попробую так же, по стариночке. Уже стемнеет, да, скоро? Не знаю, видно, нет, что на камеру. Блин, ну клевало сейчас только что вот на эту. Видишь, что, под берегом просто я не хочу кидать под берег. Почему? Потому что, видишь, Женек вытаскивает, а тут трава. И если трава, ну смысл, в траву закинешь. А вот там на ямке он должен сейчас начать гулять. Ну что там, есть что, нет? Я не пойму. Есть, есть, тащи. Давай, давай. Есть? По-любому есть. Ух ты, епо. Да ты чё? Епо. Опа, опа. Хороший. Глянь, я не могу. Я не могу поднять, пацаны. Блин, сошел. Сошел? Да, прикинь, сошел. Собака. О, блин. А, нет, нет, идет. Глянь против течения. Ух ты. Ух ты. Япон, хороший что-то. Глянь, что творит судочка. Ой-ой, сударь. Опа. Сударь, ребята. О! Давай, набег. Вот он, сударь! Офигенный, блин! О! Ну что, все было не зря? Да! Блин, тема. Блин, я слышу, он долбит. Прям слышу первый звоночек. Красавец. Вот это хороший судак. Сколько жалоб было. Да это место такое. Место такое. Ай! Ты стой. Блин. Красавчик, а? Глянь, судачок какой хороший. Ну вот. Дай сфоткаюсь. Ради этого столько сил потратить. Ну что, ждем следующего. Еще одна поклевка, ребят. У Женька уже. Ну что-то такое. Ну был там тычок, он сидит там походу. Ну что? Есть. Есть? О! Есть контакт. Пошла, родимая. Глянь, сюда? 50. Блин, я не пойму. Что, идет, Жень? Да. Хорош, красавчик. Сопротивляется. Так скажу. Ух ты! Что, завел? Нет, тут. Светить воду. Вон, я пошел принимать. Жека. Ай, блин! Вон он. Все, хорош. Да, хороший судачок. Красавчик, Женек. О, какой, ребят. Ну такой поменьше, но тоже килошка есть. Ага. Держи.
Все было не зря, парни. Сколько мы сегодня ждали его, а? Сколько мух? Вот к этой руке. Вот в этой руке его. Он находил. Есть. Отлично. Там малька не видать? Не, нифига не видать. Только крючок. Ага. Ну хорош крючок, чё. Так. Сиди. Что-то поклевочка, да, была? Да, Джек, там сидит, там дергает. Дергает? Там тоже? Сидит там, сидит Джек. Да дергал он там, дергает. Ну давай две вытаскиваем. Не, у меня нету. Паш, у тебя что? Есть. У Пашки есть, да. Слушай, может параллельно шло? Может зацепилось друг за друга? У Пашки. Так, я свою оставляю. Ага. Что-то с каждым разом все меньше и меньше. Красава. Ну, вот так отпусти. О, достал. Ну что за живец, ну-ка покажи нам. Ну забанчик. Ждем следующую поклевочку. Давай, Лех, ты что? Ого, да, клюет, давай. Давай. Значит, как это у тебя получилось? Давай. Отпусти. Как так ты смог? Я этой катушкой ловил 300 лет. Лёха, не подсекай. Как у тебя это получилось? Он взял удочку. Да, явно не рыбак. Просто. Ага. Лёх, я таких рыбаков просто с первого разоброса, как сломать удочку? Такая катушка. Дёргал, не пойму. И ручку сломал, и судака просрал. Лёх, ну ты понимаешь, что это черпак, просто конкретный черпак. Это просто... Наливать, все, это просто. Не, мы сами ему сказали, ребят, Лёх, тащи. Да. Он не хотел тащить. Мы просто, ну как бы, парень на рыбалку приехал, надо дать вытащить рыбу. Просто, Лёх, тащи. Да, Лёха тащит, говорит, там ничего нет. Судака упустил, катушку сломал. Лёх просто, говорит, писем начал ломать удочку, чтобы судак пошел домой. Засланный казачок. Ну, посмотрел, он маленький, подумал, ну, пошел домой. Не, кстати, покрупнее, чем последний у нас был. Да. Ребят, напишите в комментариях, как вы характеризуете таких рыбаков, как Лёха. Понял, в чем дело? Тут дело в том, что как бы подсекать нужно удилищем, а потом мотать. А ты решил подсечь катушкой, короче. И всю нагрузку ты дал именно на ручку. Смех смехом, как говорится. Ну, обед по расписанию. Ну да. Сидит там. Клюет, да. Дай. Ух ты! Епо! Вот это спиннинг дугу! Слышь? Ребята, я вам скажу, это очень хорошее что-то. Это очень что-то хорошее. Паш, давай подсак. Япон. Слышь, да я не могу. Офигеть. Глянь, как бьется. Вот этот Джек, ты пошел. Проверить. А, да не такой уж и крупный. Ну, хороший. Молодец. Ох, слушай, да хороший, блин. Хорош. О-ха-ха-ха. Вот это, да, вот это поворот. Фух, красавчик. Это тебе, Лёх, не катушки ломать. А судаков вытаскивать. Глянь, какой красавец, а. Зашибись.
красавчик. Ну давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Поклевка, поклевка. Ага. Ух ты! Ух ты! Вот это поклевка, Жека! Жека! Там ничего нету. Да ладно. Серьезно. Да не может такого быть, что ничего нету. Такая поклевка лютая. Ага, нет, вот он. Я вижу. Давай колокольчики сниму. Что-то мало уже. Маленькая? Да. Ага. Да. Да куда ты, да. Пускай он гуляет, его надо отпускать. Хавка, поклевка. Ребят, ходуном ходь. Слушай, так это очень на близкой дистанции. Снимешь колокольчик? Шатает. Шатает? Шатает. Держи. Ой. Фонарь. На удочку свети, чтобы я видел, что там. Я тебе скажу, эта дистанция заброса была 15 метров. Ага. Вот и сюда какого размера. Соответственно. Соответственно. Видишь, какого крупного поймали? Как говорится, утро вечера мудренее. Утром пойдем на сазана. Будем пробовать пытать удачу по сазану. Ребят, прикол. А на жмыховку кто-то клюнул. Глянь, как натянуто. Держи, Жень. Блин, там кто-то есть. Жень, там кто-то есть. Ага. Подсак только на той стороне. И кто-то есть в корягах. Все, в коряги завел. В корягах. Блин, я не могу. Только на рукав. Ага. Не идет. Прикинь. Охренеть. Слушай, Жень, ну нажмыхай, так утащило, ты понимаешь, кто это был? Сазан нормальный. Сазан нормальный. Причем очень нормальный. Он утащил очень хорошо. Да. Значит, завтра может быть поросенок какой-нибудь. Ну давай. Рвать буду, а что делать? Все. Оторвал. Есть. Приехали, тут же поклевочка. Ага, вон она. Вижу, вижу, ходуном ходит. Не знаю, как вам там, ребят, видно, нет? Фонарик можешь включить. Чё? Ну ты чё там? Выкручивать будешь? Эх, на рассвете какая красота. Сачок, пацаны. Да так, наверное. Что-то он не особо. Хотя он мог устать, конечно. Если он с ночи сидит. Ага. Вон он. Не. Ну, такой килошка, да. Килошечка. Есть судачок, берется, засранец. Женька, звонарь. А еще говоришь, что это около лодки дергалось, да? Ну, видишь, что-то он как-то... Один раз, как говорится, бывает.
Ну что у тебя за военная плитка такая, Паш? Ага. Я говорю, какая-то военная. Опа. А здесь есть. А здесь есть что-то. Товарищ какой-то идет в сторону. Или я что-то тащу. Ну да. Что-то есть. Идет. Мелкие походы. Лех. Очень мелкий. О, какой. Блин, ну чё ж ты так заглотил-то, а? Рубан. Или нет. Или да. Ну да, опять он в пекло ушло. Да, ребята, демократы. Да я хоть покажу подписчикам, что там за устройство у тебя. Значит, пытались сейчас завести вот такое вот устройство. Мне кажется, оно очень опасное. Вот здесь залит бензин. Каким-то образом, ну, видать, вот здесь он испаряется. Вот здесь он горит. Вот такая защита здесь стоит. Чтобы не нагревался, я не знаю зачем. Но это, конечно, очень-очень сомнительно мне, что не будет из-за этой защиты нагреваться вот этот бачок. Такая вещь. Военная. Мне кажется, это с какой-то военной разработки. Потому что такой вот чехольчик с такой вот надписью СССР придумывали явно не для рыбаков. А, даже смотри, он вот сюда вот ставится специально. И глянь, даже и специально эта штука, подставка под чайничек, да? Офигеть, вот это да. Прикольно, прикольно, конечно. Сейчас главное без ресниц не остаться. О, загорелось. Ух ты, как горит. И экранчиком типа регулируешь. Охренеть. А это типа подача кислорода, да? Да. И чем? Слушай, интересная, интересная штука такая. Сегодня мы решили не по-детски закормиться по сазану. Вот так вот у нас тут кукуруза разных видов. Женек он с початков, который дома не доел, крошит. Я дома отварил кукурузки, вот высыпал. Немножко горошка добавим. Тут и кукуруза, и горох. Чтобы горох был в прикормке, так как все-таки ловить будем пытаться на горох. Вот. Немножко он, конечно, подзакис. Ну ничего, ферментированный будет. Ну раз такая пьянка, добавим сюда и прикормочки, сыпучки, чтобы все это скрепить и на дно отпустить. Пускай, короче, набухает. Сейчас размешаем это. По центру жижи получилось. Слушай, да липнет прекрасно, да? Ну, переувлажнение. Не-не, он сейчас набухнет и нормально будет. Прекрасно, прекрасно. Не отпускает судачок. Опа. Играет, играет. Опа. Ах, блин. Собака, тут ручка сломана у катушки. Паш, держи удочку. Собака! По старинке. Ну-ка, отходи лучше с ней, а то сейчас напутаем. Плетню. По стариночке. О, что-то сопротивляется. Это вчера Леха у нас боролся с судаком. Теперь у нас... Ручки у катушки нету. Слушай, как хорошо идет.
Непонятно. Ну, в сторону уходит. Что-то сидит. Влево идет, да? Куда ты? Ага. Ова. Есть. Красавчик. Приятненький. Ну, 40 сантиметров есть. О, опять в топке. Как он заглатывает, ты глянь. Ну-ка давай. Новый инструмент у нас. Ну, один хрен. Да там вон кишки вылазят. Да он такой и как бы не мелкий, нормальный. Маленькая такая кормушечка у нас. Ух ты, тут сколько его. О, шарики Женек налепил. Ой-ой-ой, как пылить начало. Люто. О, подготовил кормушку, чуть отогнул, чтобы горох, кукуруза вылетала. Да, пришло время червя, мне кажется. Я одного насадил, как бы попробую. Мне кажется, да, надо пробовать и червяк, и горох. Чё ты? Ладно, ждем карасика рыжего, бесстыжего. Не захотел радовать нас сазан. Что, я две тащу? А, не, палку тащу. Прям в корягах стояли. Вот палки. Под корягу кидали. Два ведра прикормки. Ну, уже поздно, конечно. Не сазанье время. Ну, и то неплохо. Че, судачка половили. На этом рыбалку нашу заканчиваем. Сейчас мы собираемся и мчим домой. Ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Скоро будет новое видео. Пока-пока.